открыли турнир красивой игрой. В Сочи стартовал ставший уже традиционным турнир «Хоккей Сочи Опен 2023». И первая игра в расписании – «СКА Санкт-Петербург» против «Приморского адмирала». Счет открывает Демидов. Сразу после того, как на лед после удаления возвращается пятый полевой игрок моряков. На этом петербуржцы не останавливаются. Матвей Мечков почти в раздевалку забрасывает вторую шайбу. Второй период богат на удаление с обеих сторон. Сначала «Адмирал» выстоял в формате 3 на 5. Вратарь Никита Серебряков несколько раз спасает команду. Через пару минут два игрока «СКА» уходят в бокс для штрафников. А Леонид Тамбиев берет тайм-аут. И не зря. Колби Уильямс забрасывает верхний угол. Счет 2-1. Команды почти постоянно играют в неравных составах. На 8-й минуте третьего периода Соловьев в большинстве сравнивает счет. А за 14 секунд до конца основного времени удаляется Лео Комаров из СКА. И в овертайме моряки используют свой шанс. Прохор Корбит поражает и ворота армейцев, и зрителей этого матча. Волевая победа. 3-2 в пользу «Адмирала». В субботу на сочинском льду дальневосточная команда встретится с олимпийской сборной России.